друзья! Сегодня мы решили провести время не совсем стандартным для Дубая образом. Мы решили отправиться на пикник. Несмотря на то, что Дубай обычно представляется как город небоскребов, также в нем есть множество парков, где можно отлично провести время. Один из моих любимых парков – это Крик парк, который находится в старой зоне у речки Крик.